Меня зовут Русов Павел, мне 22 года, занимаюсь кикбоксингом мне более 16 лет. Сегодня я хочу показать свою обычную рядовую тренировку. В настоящий момент я занимаюсь укреплением своих суставов и связок для того, чтобы построить прочный фундамент для дальнейшего прогресса. Упражнения на укрепление включаю каждый день в начале своих тренировок, и они плавно перетекают в разминку. Я считаю, что в боевых искусствах вся сила идет от ног, именно они передают силу в удары. Моя разминка состоит из отработки ударов, ударной техники, отработки защиты. Благодаря разминке я подготавливаю свою нервную систему к дальнейшей более интенсивной работе. Работа на лапах является для меня не просто работой на точность или работой на силу. В работе на лапах я представляю реального соперника, и я укрепляю не только физическую силу, но и силу своего характера. Да.
2.